много. Понаехали, понимаешь? Санечек, как настрой? Отлично. Боевой. Витечек. Отлично. Здравствуйте. А здесь щук дают? Да. Вот таких? Да, да. Мы к вам. Это хорошо. Так, а что у нас скажет Сергей, как настрой? Настрой боевой. А что самое главное на рыбалке, Санек? А самое главное — это найти хорошее место, где клюет. Где вот это все? А вот оно, клевое место, да, где? Братва, всем привет! А мы сегодня в Седаново. И у нас праздничное событие. Мы поздравляем товарища генерала с возрастом неприличным. 39. Поздравим торжественно и подарим ему редкий эксклюзивный подарок, которого у него точно нет. Сереж, поздравляем тебя. О, я долго искал. Классный, оригинальный. О, так. Блять, вот. Че, а совпали подарки, что ли? Я искал, искал, находил, находил. О! Слушай, ну прими и мой подарок. А я уже просто шел, магазины все закрыты. О! Покажу, смотрю. Серега, я с интернета выписал, посмотри, вот даже упаковка помялась. Ой, подарки зашли. Хорошие друзья все-таки, да? А мне показалось, что ты даже немножко поперхнулся. Ты ожидал чего-то большего? Ну, настоящие друзья же всегда сделают подарок, который ты ждешь. Смысл такой: надеваешь червяка, кидаешь в воду и трясешься. И волнуешься. И иногда, иногда происходит вот такой вот зацеп рыбы за крючок. Случайный, да? По-моему, случайный. Ну, как крупным планом. Какой красивый, а? А что ему понравилось? А вот. Опарыш. Не, ну опарыш там понятно. От одна? Да. А Санек говорит, у дна нету рыбы. О, кабанчик зашел. Счастливая рожа рыбака в зеркальном карпе. Ой, какой красавчик, а! Что-то там у Витьки случилось, что надо показать. Шо-шо-шо. Ну и кабанчик. Нет, смотри, смотри. Да подожди, тихо, спокойно. Смотри. Искусанный вообще. Ну, била его щука. Конкретно, видишь, прикусила. Щука прикусила. Видишь, он выбивался, видимо. Ну, значит, хорошая была, раз такого на живца-то воспринимает. Сегодня будем пытаться ловить, значит, на тульскую мормышку. У нас сегодня весна. Предлагаю каждому выбрать, да, взять, что ему нравится. А какая из них шайба? Шайба. За вопрос. Ну, шайбу убери, скоро чемпионат мира, пожалуйста, по хоккею. Шайба. О, да. Вот она. Прекрасный выбор. Шайба. Ты что, путаницу достал? Интересного? Ну, покажи. Задумался, да, задумался. Во. Ну вот сравните, да? Наши снасти. Вот это мормышки? Да, вот это мормышки. А это блесна. Это тульские блесна. Как это выглядит ужасно. Но рыбе нравится. Вообще ужасно. Давай, браток. На окуня как бы проводка должна быть высокочастотной. То есть вот, ну, такой др. А носорогу, говорят, достаточно, а носорогу вообще просто... Покачивание или на стоячку? Просто поднимание, опускание, да? Я вообще не в теме. Сегодня первый раз попробую. Оп, кто-то дернул, смотрите. А чем объясняется вот эта длина сторожка такая? Жесткость меняется же у него. А, то есть в зависимости от веса мормышки? Толщины лески. Можно укоротить, да? Укоротить, у нее жесткость будет. Игра же меняется тоже. Ну да, по физике как бы резонансная частота меняется. Санелла сумничал, как всегда. Вот она, резонансная частота. Ай-яй-яй! Давай, плавник. О, смотри, 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 красавчик, а! А кто автор? Крупный план, крупный переход. Опа! Страшно на такую леску вытаскивать, а? Ну что, братва, работаем, да? Тульская мормышка.
Дай бог еще немножко нам кайфа. Первый раз ловлю на мормышку. На голую, голую мормышку. Без всяких этих опарышей, мотылей. И оказывается, ловить-то можно. Ну нет. Вот это зачетище-то, а. Вот это-то поклевка. Вот это огонь. Ты какого сезона-то, фраер? Это удивительно просто. Давайте делайте ставки. Это что, окунь, какого сезона-то? Уже новый? Это он за год столько вырос? Голосуем. Опа! Вот они. Вот они! Ха-ха-ха! Ловим, ловим. На черта. На черта нам другие снасти, когда у нас есть черт. Ну все, теперь чертик со мной всегда будет. Ах ты! Такой голодный до рыбы. Не уйдешь от меня. Нападение в этот раз. О, какой приятный. Хыдыщ! Какая-то камера. Сейчас попробуем заглянуть. Заглянуть камерой в камеру. А, что-то не получилось. Да. Как успехи? Три матерых окуня. Три матерых окуня? Так у вас один-один? Один матерый матерый. Матерый матерый. О, ну по крупнику-то туда. Да. Санечек, ты лузер! Вот на эту маленькую сателлитовскую, да. Вот на нее. На нее. Все на нее. Ух ты! Хулиган. А чего, ребят? Каски не скользят. Повелитель мормышки! По-моему, это первая сорока в моей жизни пойманная. Чертик рулит, а? Так, засвидетельствуем и отпустим. Опа, давай. Зачем она мне? Это кайф. Ты посмотри, что. Ух ты, нифига себе, какие сороги тут ходят. Вау! Офигеть, пацаны! Вот это кадр! Опа! Вот это да! Это придавил, так придавил. Опачки! Ха-ха-ха-ха! Вот это сорога! Красавица какая, а! Сегодня выступаю в роли разведчика. Пробежался 200 метров. Пробурил несколько лунок. Нашел таки на камеру рыбу. И смотрите. А? Вот они, вот они. Подтягиваются. Как у вас успехи с мормышкой? Успехи есть. Но сомнительные. А я прям доволен чертиком. Понятие успешности рыболова, оно относительное, да? А это сиротский. Это чертик, сиротский, да? Да? Это чертище, наверное, чертище. Судя по размеру. Чертило. Главное, что ловит. Ну, это, конечно, течение обстоятельств. Если бы я не опустил камеру под воду и не увидел, что там рыба есть, я бы не поверил, что ее можно попытаться поймать. А когда я в это поверил, свершилось чудо. Вот такое маленькое чудо творит такие дела. Еще одним металлистом стало меньше на земле. Какой тут металл? Важен результат, да. Принципы долой. В топку принципы. Ну-ну-ну, посмотри в камеру-то. В топку принципы даешь рыбу. Ух, вот это да, это был прям
Ух ты! Красавчик какой! Ну, это уже да, братец. Только хотел спросить у вас совета, как правильно проводить чертика. И окунь сказал, что я провожу, в принципе, неплохо. Может быть, вот этот сброс с верхней точки, он лишний, не знаю. Может быть, надо также плавно опускать. Поэтому советуйте, учите, подсказывайте. О, вот это притопил, так притопил. Ух. Опа, сороженька. Сороженька моя. Ну, вторая. Чуть поменьше, но приятно. Наконец-то добурился до своего окуня. И окунь-то какой приятный. Во всех смыслах этого слова. Шняга пошла в дело. Хватит уже мормышить. Не наше это. Хотя любопытно. Так я люблю больше. Ух, какой бойкий-то зашел, кунище. Такого уже не отпустим. Что, Серега, там у нас? Последние луночки вот раскачал на желтую блесенку, крупничок. Ну, даст бог, не последний. Ну, наверное, не закрыли. Нет, такой погоды, блин. Вообще, что творится? Понеслась! Так, я тут кучка. Так. Ну, даже были вот такие. Ну, в основном мелочь. А вот и счастливый Витька. Погода шепчет. Занело, поехали домой! А если бы Серега мне дал шайбу, я бы им такой гол забил. Но Серега дал мне чертика. Молодец, Серега.